бросить. Крайне неприятный бросок. Как раз над щитком, где там блином не успеваешь отбивать, а щитком так возможно поймать. Отбить. И получается вот эти голы. Алексей Терещенко бросал. Секунд на сей раз. Вот дождался я момента, когда уже точно запротоколировано время и того, и другого гола. Чехи атакуют. Веселая игра. Прямо скажем. За 10 минут и 22 секунды сборная России и Чехии отвезли друг дружке по две шайбы. 4 гола за 10 минут. Впечатляющий результативный. Но все-таки о наших шайбах. Время первой шайбы 9:25, когда забрасывал Ковальчук. И помимо Александра Радулова, фал, заточный пас получает Федор Тютин. А что до второй шайбы, Дмитрий?